Сәлем, достар! Бүгін Астана қаласының тұрғындарынан сауалнама жүргізетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстанның өзі көп ұлтты мемлекет қой. Біз қонақ жайлығымыз соншалық, енді әр жақта енді орыс та бар, ұйғыр да бар, қазақ та бар, қытай да бар, бәрі ұлт. Татар, әзербайджан, армяне, корейцы, өзбектер. Русский есть, поляки есть, хорошие люди. Орыс ұлт. Нан, а Украина нан. Есть татары те же самые, украинцы, поляков очень много есть знакомых. Узел бартустарнску. Турок алшанхтарин, алшанхтармен. Жанда интернет жильцы те, кто стартил его. Слай Арас Трамс. Бернище досом барди выдаем. Жанди мектепте баска на кудеры барди. То, что они все дружелюбные, всегда готовы помочь друг другу в трудную минуту. Я думаю, то, что все больше зависит от человека, а не от его национальности. Ну, отзывчивые, добрые, комфортные люди. Каждый народ имеет свои там, качества. Я не знаю, это зависит от того, как их воспитали. То есть мы все живем в одной стране, мы родились здесь, мы выросли. Все зависит от воспитания.